желанный голубой берег, Геннадий Петрович как говорит, вы же помните этот спектакль, как два полузанавеса, значит два плана, полузанавесы на канатах подвешены, и когда они опускаются, другой поднимается, такое ощущение, что это пространство начинает качаться, а если учесть, что вниз летает лодка на носу, которой стоит Филиск, Ефим Степанов раскинет руки, значит, и с возгласами каяк рыбацкий отправляется на первую охоту этого мальчика, то великолепное превращение это создано и художником, и режиссером. И вот как Геннадий Петрович про это пишет. Ну, дал я ему, Борисову, эти две тряпки. Я знал, что из них можно что-то сделать. Две тряпки – это два полузанавеса вот эти. А уж как он их провел, говорит он, как он с ними сработал, это уже его дело. Практически он сценограф этого спектакля, а я художник. Значит, он, у него там живописный вот первый этот суперполузанавес, где нивские рыбаки изображены в традициях чукотской слоновой кости расписной, как определили искусствоведы. И костюмы великолепные. Но они все удивительно пластичны, легки. И одна только лодка, подвешенная на канатах, как детские качели раскачиваются на протяжении всего спектакля, открытая пустая сцена, все это создает какое-то, с одной стороны, условно-балетное пространство, а с другой стороны, совершенно реальное пространство, открытое море. Эт сабулката бол батақ боллақны қаңғалыған қалған тиялларын. Эбетерен аңдай татырлықтар мұнынын ішсәйді жағынды. Онты бүгіттен ордаңын тиялларды түрекен соқты. Қартар дейбен. Эштанды. Бидеанды. Бігілі күтті күро барын. Кені ұйен бары. Өттігінді. Ұу. Кені аммаңнан мұрады. Сөтті әңкінді қайтта көбіләді. Қартар дейбен. Эштанды. Теолити да боллахкана. Ит сабука да бол батак боллахкана. Саму его хабур кафти. Бейн мурати бит бетанас кетлен. Теолити да ряри. Бейн мурати бит бетанхни энти. Негайс тэхэккэн. Атамин бирипын. Атырыппын. Оно мамили ятроян дуая. Бумар. Откачих. Откачих тоха кединни. Кнаритонни. Если старика органа играет Симон Федотов, то и одежда на нем сидит, как на старике Симоне Федотове. И почему я вот так задерживаюсь на этом спектакле? Потому что они создали вот вещь, которая, во-первых, до сих пор живет. Спектакль играется до сих пор. В 82-м году поставлен, это ему скоро 40 лет. В 22-м году будет 40 лет. Борисов мечтал о театре Алан Хо. Геннадий Петрович никогда о нем не думал. Ему просто было интересно то, что делает Борисов, его фантазии и его... Геннадий Петрович нашел в лице Борисова, в творческой личности Борисова, человека, отвечающего его представлению о театре, о жизни, о любви, о смерти. То есть это были действительно как два брата, один старший, другой помладше. И заряжаясь вот его идеями, Сотников создавал такое пространство, которое вдохновляло Борисова. Он просто он летал, просто я не знаю как, и вся труппа. И на сдаче спектакля люди плакали, люди рыдали. А о чем плакали? Это же такой получился спектакль «Миф о любви». Причем о любви к земле своей, к своему естеству, к продолжению своему, к своему чаду. Они же уходят все в воду, жертвуя своим глотком пресной воды для того, чтобы мальчик, может быть, дотянет, может быть, этот глоток станет спасительным, и так оно и произошло.
когда все они пожертвовали собой, ушли в воду, они сказали нам, сегодняшним людям современным, нет ничего дороже человека, нет ничего прекраснее любви, нет ничего более великого, чем жертва, пожертвовать собой ради своего будущего. Это не могло не трогать. Я, когда об этом говорю, просто начинаю, слезы сами наворачиваются на глаза. И вот мужчины взрослые плакали, потому что плакали о том, о чем забыли. Это миф, мифологическая драматургия, вот спектакль, который для всех создателей театра явился началом. Для драматурга, которым стал Андрей Борисов, это было вступление в классическую драматургию. Он сам этого тогда не понимал. Он взял повесть Чингиза Айтматова, взял «Белый пароход», еще ряд произведений Айтматова и создал пьесу, которая написана по канонам древнегреческой трагедии. Там Стасимы и Эпизодии. Стасимы и Эпизодии. Если взять античную драматургию, то там нет действия, первое явление, картины и так далее. Там Стасим. Это песня на месте эпизодий, когда разрабатывается, ну, сцена идет, скажем. У Борисова Сотникова, человека театра, выходит и начинает читать как бы прозу Аюнского. Значит, о том, что извечна борьба суши и моря, и день и ночь, значит, громадные волны бьют этот камень, но камень стоит на месте и отражает эти волны. И вот там, значит, от века и до века идет эта битва. Это говорит человека театра, и начинается вот эпопея этих морских охотников, которые попадают в этот великий туман и испытывают жажду. Роль хора античного, это как раз у Эсхила, по-моему, один человек был в роли хора. Потом уже Софокл вводит второго, Эврипид там протагонист, антагонист и так далее. То есть, если взять историю классического театра, тогда никто из нас, кто из зрителей, этого не понимал. Никто к этому не стремился, когда Андрей Исаевич спрашивает, почему ты так написал? Андрей Исаевич, что вы имели в виду, когда вы писали Стасим эпизодий? Почему не по-человечески там действие первое, там акт первый, акт второй, действие, картина, явление, сцена? Он говорит, не знаю. Эскизы и постэскизы, сделанные в Саха-театре. Свои принципы художник формулирует просто. Я за театр, в котором все видно, слышно и понятно. Это слова его учителя, известного режиссера и театрального художника Акимова. Я не люблю или не умею эксплуатировать уже проверенные решения, несмотря на всю их почтенность, доходчивость и видимую плодотворность. И самое главное, я не любил и не люблю торговать на сцене дежурным пессимизмом, дежурной меланхолией, дежурными кукишами в кармане. Театр должен быть толковым, внятным и ярким. Слишком много в жизни бестолочи невнятицы и тусклости. Театр – радость, сцена – праздник. Театр обязан быть радостным, даже если говорит о страшном. И это самое главное представляется и самым трудным. С годами я начинаю все больше видеть, как каждый из спектаклей становится шагом к театру Аланхо. Вот это удивительная вещь совершенно. Театр Аланхо родился из недр Ханидо и Халерха, Вулку Донса, «Свобода, жаркий день», мною ставленная песня Аюнского, «Добрый человек» Сезуана. Борисов вводит зонги, исполненные Таюком. И Степанида, вот первая актриса театра Аланхо, что называется, она впервые соединяет Таюк с драматическим действием. Таюк, он существует как священная песня, как способ исполнения определенных
моментов Воланхо. То есть без Таюка Воланхо не исполняется Воланхо Суприна. В сахатеатре органично начинает входить Таюк в лироэпический так называемый театр. Ведь вначале, когда Борисов ставил еще «Желанный берег», он уже тогда говорил, что я буду говорить языком Толстого, я буду говорить языком Джоконды, и эхом возникнет Воланхо. То есть он не думал о классическом театре Воланхо, который может вот из этих глубин, из этих недр выйти вот на рубеже 20-21 века. Об этом вообще никто не думал. Он просто он шел к этому интуитивно, или как, начиная с Петербург Махабхарата, но он не осознавал, что вот построю-ка я вот такой классический театр, потому что у якутов в культуре вот все составляющие есть. Тогда почти все составляющие этот театр были в Туне. Есть великая интуиция художническая, которой наделен Борисов в высшей степени. Ведь когда он стал руководить Министерством культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, он начал свою деятельность с 4 программ. «Меня осенило», — сказал он, — «когда надо было представить свою программу, рано утром, где-то был в командировке, в гостинице, вышел в фойе в 3 или в 4 утра, как он рассказывает, и взял карандаш, бумагу и стал писать. Хамус, Эсех, Воланхо и религия. 4 программы, то есть восстановить, возродить и внедрить в широкое массовое сознание и практику игру на хамусе. Возродить, восстановить праздник Эсех, который выродился в празднование, в маевку с танцем Асохой и с плакатами Коммунистической партии Советского Союза. Восстановить Воланхо, думали, когда учились в школе, в вузе, что существует только один сюжет Воланхо, «Нюргун Батыр Стремительный», записанный Аюнским. Не представляли, что целый комплекс, циклы этих сказаний, они есть, они лежали в библиотеке, в отделе рукописи, и как драгоценность хранили. Министерская деятельность, почему она здесь важна? Сделав все это, Борисов понял, что он делает в театре. И «Улу Куданса», поставленный в эти годы, это уже был театр Воланхо. В этом спектакле проработались все черты будущего КСДБЛЕ спектакля. Без Сотникова, я думаю, не было бы Саха-театра, не было бы и театра Воланхо. Это безусловно. Андрей Савич, он и говорит, что Сотников – это половина меня, потому что это мой брат, и я не могу отделить свое творчество от его. Потому что ведь этот «Желанный берег», который сделан в такой сценографии сотниковской, он является зерном мифологического сюжета, и там вот эти огромные монологи, которые актеры должны были освоить, они не владели тогда языком Воланхо, на который переведена была повесть Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря». Ее перевел замечательный человек. Его уже нет, он тоже ушел, к сожалению. Это Иннокентий Аксентьевич Дмитриев, переводчик. Он перевел эту ритмизованную прозу Айтматова на якутский язык, на язык Воланхо. И эти люди, которые в лодке, актеры, осваивая этот текст, они подходили, оттачивали свое мастерство или проникали в поэтику слова театра Воланхо. Долуң ол сүрттен сана күр мұн жарар, ол күн танылыта қас күн айым орғы түтір, кейлен үтір аттар, сатар бейддер аптан күн ден көрттір, ол білі тәкейлен ұлыр,
ханна стадян улыбалы яттар Утюте кирен ханна стадян улыбалы яттар Карана тюн кирен ханна стадян улыбалы яттар Бумуара мен саннер санам Бу мен карамута оттан сир мен сотох сойбот тебен Уавелли текирен Утю текирен улыр, Айтана тюн кирен улыр, Ханна стадян Миф нам о любви, а миф это же вечное. Это то, что было, то, что есть, и то, что будет всегда. И то, что нас трогало и трогает, особенно тогда, это же еще до перестройки, когда никто еще громко не сказал, ребята, мы не туда идем, ориентиры все сбиты, мы живем неправильно, мы забыли своих предков. И в это время вот всех ударила такая искренность, вот интуиция, или как назовите это, вот что это, надо уже искать какой-то ориентир. И попадается ему вот эта повесть, на которой они с Сотниковым действительно обнялись, как братья, облились слезами и заставили нас всех плакать. Человек приходит поплакать, очиститься. Получается, что это похоже на какой-то ритуал, а это же и есть ритуал. Там вот гениальность режиссерская состоит в том, что спектакль – это ритуал, это инаугурация, которая начинается вот с сегодняшнего, скажем, дня. Мальчик, который, значит, отправляется на охоту после всех испытаний. Он приходит, и человека театра, который выходил, отбивая этот страшный ритм дней и ночей, когда один за другим уходили в воду его родные, превращается в шамана, начинается большое камлани по смерти рыбаков. И вдруг, смотрите, кто пришел. Звучит вот эта артемьевская музыка, которая делает этот миф пронзительным и современным, попадает вот сразу сюда. Андрей Исаевич часто, когда репетировал, повторял эту фразу. Он говорил, слез не было видно, потому что шел дождь. Вот этот миф, он родил основу нового театра. Как после «Желанного берега» можно было играть так же, как, скажем, комнатные какие-то спектакли, да, или спектакли, драму, семейную драму. Хотя все это имеет место в искусстве, но это уже для других художников, для других зрителей. Это другие проблемы какие-то ставит и другие образы создает. Но для Борисова Сотникова и для труппы Сахатеатра, где родились новые актеры, актеры новой эстетики, новой пластики, новой речи, нового общения со зрителем, уже пошли другие спектакли. Кто может в это сейчас поверить? То, что рассказывает Миша, очевидец, Михаил Егоров, который учился у него. Все студенты делают каждый свой проект. Нас, говорит Михаил, в группе было 16. Каждый брал пьесу из любого времени, любой страны, любой и так далее. И с каждым Сотников работал, доводя от, ну, там все, от программы, декорации, значит, сценографического хода, костюмов, значит, всего-всего, каждый. То есть семестр 16 работ. Какая голова у человека? Он работал быстрее компьютера. Через какое-то мгновение выдавал серию работ, к которым должен обратиться студент. Где он найдет это, где он найдет это, и надо бы посмотреть вот это. Я разговаривала с сыном Геннадия Петровича. Он химик, наукой занимался долго, сейчас работает в школе. Тоже он
не стал знаменитым. То есть по натуре не знаменитые люди, как, скажем, Кочергин, Боровский, там, Версаладзе, они все замечательные художники, но они плюс знаменитые. А есть незнаменитые, вот как Масеев, Сотников и так далее. Но, и вот я спрашиваю Алексея, как ты думаешь, отец твой был большим художником? Первый вопрос такой, может, глупый. Он сказал, я не знаю, я ничего не понимаю в искусстве, но время все покажет. В его практике лежит алгоритм истинного, божественного, я бы даже сказала, учительства. Вот он владел этим, он был от Бога мастером-педагогом. Мы с Валерием Дегтяревым ездили в Ленинград делать фильм о Сотникове. Там в Союзе художников открывалась выставка. Там был Сотников как художник до Якутии. И вот как Гена выглядел. У него была такая атласная, светло-зеленая рубаха, напоминающая одновременно якутский холодай и блузу художника. Брюки типа трико и балетные тапочки. Не зря же я про Григоровича говорю, он же танцевал. Выставка заиграла, когда художник был таков среди своих полотен. Вот, было понятно. И было понятно, почему он после выставки с друзьями бражничает, заводя старую пластинку на старом, значит, этом самом, проигрывателе еще с одним этим самым в мастерской. Он балет знал очень как-то трепетно, близко, как свое. И поэтому у него сценография такая особенная. Дорогунов, «Дитя человеческое». Занавес, который меняется по временам года, он как будто бы просто колористический. То это зелень такая радостная, летняя, как бы абстрактные какие-то штрихи, пятна. То это золотистая осень, то это такая сизая зима, белесая. Петрович, оказывается, писал пейзаж, увиденный как бы из-под воды. Воспоминания со дна какого-то омута, вот эти пейзажи. С одной стороны, чисто, я бы сказала, даже импрессионистические, а с другой стороны, они удивительно натуралистичны. Страшно любил смешить людей, он был очень артистичный. Если Андрей, значит, любил как-то подтрунивать, значит, что-то подсмеиваться, то Геннадий Петрович умел так отыграть, что это кончалось общим хохотом. Зная это, Андрей Савич всегда, значит, вот пикировался с ним. О их братстве таком, близости человеческой, мы же, говорит, нам же слов не надо. Вот и действительно бывало так, что идет какой-то серьезный разговор, там Борисов кого-то убеждает, там собрание общее, как всегда, там люди сидят. Вдруг он так раз взгляд бросает на Сотникова, Сотников на него, и они давай хохотать. Борисов раскалывается и говорит, вот только он один меня понимает. И они опять заливаются, смеются. То есть во время этой пафосной речи он куда-то зарулил и что-то такое сказал, что было очень хорошо понятно Сотникову, но совершенно непонятно всем остальным. Сотников вообще так хихикая, хмыкая, бежал в другой зал хохотать. Birin yeter, birin yeter, birin yeter, birin yeter.